Чемпион мира по хоккею Семен Варламов оказался за решеткой, но временно и по собственному желанию. Голкипер российской сборной привез в исправительные колонии кубок, полученный российской ледовой дружиной в мае этого года. На зоне Варламова встречали болельщики и местные хоккеисты. За общением наблюдал Илья Рыбалко. Не, может прям держать его, я так простаю здесь. Фотография на память с вратарем национальной сборной и Кубком чемпионов мира. Один из главных хоккейных трофеев впервые оказался за колючей проволокой. Возникла такая идея привести его вот в эту колонию, потом в шестую колонию. Причем руководство, я имею в виду Гусин, она с большим удовольствием эту идею поддержала. Виктор Самбур – капитан местной хоккейной команды. Родом он из Тольятти, поэтому на коньках с детства. В мае вместе с сокамерниками он следил за всеми играми нашей сборной. Вот эта блестящая победа, ну, возвращает нас к той старой красной машине, что Россия непобедимая держава в спорте хоккей шайбы. А когда узнали, что вот к вам приедет, собственно, обладатель кубка Семен Варламов, какие эмоции были? Вы знаете, много людей не верили просто в это. Просто это нереально. О этом можно только мечтать. Мечты этих заключенных сбылись. Семен, невзирая на палящее солнце, фотографировался и раздавал автографы. Это здорово для ребят, которые находятся здесь, да, увидеть кубок вживую. И есть возможность сфотографироваться с ним, получить незабываемые эмоции. Потому что все-таки с кубком, наверное, не каждому удается вот так вот сфотографироваться, да. Завтра Кубок мира вернется на хранение в Федерацию хоккея России, но ненадолго. Уже 5 августа он снова отправится в путешествие по стране. График показов расписан буквально по дням до конца этого года. Илья Рыбалко, Александр Рябченко, Вести Самара.